Вы смотрите «Давеча». Продолжаем выпуск. Российское законодательство не балует иностранцев, которые приезжают к нам в страну на заработки. Одна из причин – слишком большое число гастарбайтеров в мегаполисах. Последние изменения миграционного законодательства приравняли граждан из стран СНГ, требования к которым до последнего времени были гораздо мягче, к иностранцам из дальнего зарубежья. Сейчас и первые не могут находиться в России больше 3 месяцев в течение каждого полугодия. Впрочем, ужесточение требований к мигрантам будут происходить и в дальнейшем. Прохождение тестов на знание русского языка станет для них процедурой обязательной. Справки о прохождении вот этих курсов, в том числе на знание истории Российской Федерации и Конституции, должны будут предоставлять практически все иностранные граждане, которые обращаются с разрешительными документами. Но это не ранее 2016 года.